когда летал на самолете Н-24 еще вторым пилотом. А, это было еще советское время, был Советский Союз. И вот когда я прихожу 7 ноября в резерв, значит, и диспетчер говорит: сейчас полетите в Душанбе. Я говорю: так это аэродром горный, никаких там у нас ни паровозов, ничего нету. Это, вроде и не 1 апреля. Я думаю, так пошутили. Нет, не пошутили, просто на заводе на Чкаловском, где работали представители, значит, Таджикистана, самолет, который их на праздник должен отвезти, сломался. Ну и они, значит, из самолета выходить не хотят, пока им не дадут другой самолет. Ну, в итоге, значит, взяли для усиления командира отряда. Вот, сходили мы на тренажер, провели предварительную подготовку по-быстренькому. И прилетели в Душанбе. Вот, прилетели мы туда. А вот 7 ноября, как я сказал, у нас уже был снег, так холодновато было. А там, когда заходили на посадку уже, вот как раз салют был в городе, так вот запомнилось. Летели с двумя посадками, потому что самолет Ан-24, он так довольно далеко до Душанбе. Дверь и теплым воздухом в лицо. Таджикистан вдохнул нам, ассалам алейкум. Устал приятель, отдохнуть пора маленько. Ведь мы летели целый день, в конце концов. Мы здесь случайно, в первый раз и кое-что. Вполне понятно, с непривычки впечатляет. У нас в Сибири уже шубы одевают, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Как и у нас здесь есть киоски спортлото, и на базаре дед по-русски матерится. Но вот в Сургуте завтра будет -30, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Еще не все на грядках срезаны цветы, под ветром теплым листья вдруг зашелестели. И так не верится, что где-то есть метели. Лежат снега и все сады давно пусты. У них здесь горы, все понятно, а вот они от холода таджиков защищают. И потому же весь север замерзает, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Мы не успели съездить в город, ну и что? С утра пора уже в обратную дорогу. Мы не увидели, наверное, очень много, зато мы тоже погуляли без пальто. Погуляли без пальто.